Tak jak komputer, no. Przy mnie spadł, Okej. no. Legenda poznaje, ja w myślach, że domy zatrzymał wiem, jak kiedyś trwa taka mać, że wyrusza się z godziny. Krasiły. No, naj każdy z nas domu, blin. Próbował zrobić coś z kompom. Najpierw. Chcę wody, no i nie ma tej wody, symboliczna taka, no. Sądzę, bo postawiam na tym Wiśniewska do bazy. Dobry, daj mi pobrać. Pieniężna Wiśniewska do bazy. No, короче, говоря, вот так вот. Ну, конечно, разумеется, я такого не знаю, потому что, как говорится, вверх технологий без компьютера никуда, но тут можно взять базу, короче, где-то она здесь, короче. Она так орёт, мочи их из базуки. И он такой, сейчас мы есть. И он такой, слушайте, мы же из базуки помнёте. Он говорит, да ладно, стой, давай, я сейчас поставлю базуку. Классно, ты мёрзл. Это плохо, это наслаждение. Следующее. Следующий, чё там у нас? Смотри, я такой охрененный повар, я могу... У меня все мясо. Смотри, мелко нашинковал. Конечно. Тут сколько их всего? 4-12. Как нашли такого? Вот, я засчитаю метод. Блин, задолбало меня это время, да, постоянно не грузит, сейчас. Сейчас я тебя оставлю, я тебя оставлю. Сейчас я тебя оставлю, я тебя оставлю. Да нет, это жестко было. Да нет, мне понравилось. Так, следующий. Так. Так, я не понял, что там падает. Ага. Зам, 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 да, зам. Короче, я даже не знаю, что придумать. Короче, я поиграю в кольца. На, баскетбол. Отлично. Ну это скорее всего так далее, что там у нас есть? Так, рыбка была. Короче, я такой крутой же, могу просто выйти на улицу. Я скажу, что там все равно прилетит, как бы нормально. Нормально. Эй, круто. Телефон. Так, кто мне звонит, блин? Я ничего не заказывал, пошли все нахрен. И, короче, не звони мне больше, понял? Придурок. А, он позвонил, короче. Короче, это было немножко по-другому. Сейчас я покажу. Сейчас немножко по-другому надо обыграть эту ситуацию. Он такой берет трубку. Ну, сейчас я тебе покажу. Винта. Алло, да. Слушай, пару ракет пришли.
Короче, аппарат показал. Сейчас, до свидания. Давай, стоп. Так, следующий чунь-чунь, дверь была. А, ботинок, это тупая, ты... Это, блин, ты целый, мать твою, кто тебя восстанавливал? Наверное, вот так вот надо было, блин, я не знаю. Че, момент тут. Да, блин. И вот когда глючит, у меня тоже так хочется. Вариант номер один. Давай сейчас вариант номер два сразу же. Вариант номер два. Скотина. Нормально, доволен. Не, этот еще не приправляй матом, потому что молодый. Да, короче, вот сейчас минут. Да, короче, смотри, я не говорю, да. 212. Вообще огонь. Так, дальше что у нас? Так, это мы нашинковали. Так, вот это... Еще. Так, короче, вот это и было, вот это было. Так. Ну да. Окей. Мне тоже очень много бомбежек отлагает. Я в этом плане не одинок. Ну да, ну окей. Смотрите, он бомбит просто уже. Ненавидит этот комп уже просто. Ну сволочь, ну идет. Да задолбал, ты его давай. Будет он скотина. Не, ну я не знаю, ну блин, ну просто знаете вот. Да не знаю, я 11 не могу найти. 12 не могу найти. Что за хрень? Так, вот это. А, так может быть вот это. Ну, короче. Короче, знаете.
Переустановить, говоришь, я сейчас переустановлю. Короче говоря, ребят, спасибо, что смотрели на этом все. Кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами был Джек Шост. Всем пока-пока.